Всем привет! С вами Ирина. Хочу показать вам, какие пришли растения от поставщика осенние краски, которые плавно переросли в весенние. Ну, вот одно растение, просто порвалась бумажка. Вот вы видите, какой шикарный кустик у нас. Один, второй, третий, три розеточки у нас. Вот здесь, возможно, уже и либо стоп-лист будет у нас расти, хотя, скорее всего, это может быть и цветоносик уже. Так, и открою вам такой же башмачок. Белатулум. Открываем. Вот так они приходят. От этого поставщика мы еще ни разу не получали растения. Посмотрите, какие шикарные растения. Эта розеточка уже у нас цвела, цвевшая. Вот остаток цветоноса. Вот остаток цветоноса. Но у нас есть еще одна молодая розеточка. И с другой стороны еще одна. С отличные кустики по три розетки. Шикарные просто. Газетка немножко влажная. Посажена. Очень интересная. Мне кажется, что это как стружка коры. Вот что-то вот такое. Корни, ребят, отличные. Одно из растений у нас немножко так как бы вот так вывалилось из горшка. Вы посмотрите, что здесь. Сколько здесь корней. Ну, шикарное растение. Видно, что это растение действительно росло в этом горшочке. Причем росло несколько лет. Не просто, как приходят частенько от Мики, просто одна розеточка, которую мы достаем, распаковываем. Просто растение может выпасть из горшочка. То есть здесь вы видите, что ничего не выпадет, потому как видно, что растение очень достаточно взрослое. Она растила корней. Ну, отлично. Растений у нас этих очень много. Мы их заказывали, по-моему, около 40 штук. Вот в такой вот огромной, ребят, коробке пришли растения. И вот эти наши немножечко при транспортировке повредилось. Но самое важное, что у нас все отличные растения. Мы очень долго ждали этот заказ, очень-очень. Соответственно, я очень действительно рада, что пришли такие хорошие растения. Есть еще несколько таких свободных у нас будет в продаже, но сначала мы разберем полностью все растения, все сверим. Ой, просто порвалась бумажка. Посмотрите, с цветоносиком, ребят. Боже, какая красота! Ну, это ж нужно так взять просто за бумагу, она отрывается, а тут цветонос. Ну, чудо, просто чудо. Я, честно, в восторге от этого поставщика. Мне нравится все. Я вам сейчас еще поснимаю пару видео, чтобы вы тоже убедились, какие это классные растения. Котлеи, восторг, просто восторг. Котлеи не вамхи, котлеи, ну... Не буду говорить, не буду забегать. Все это обязательно покажу.